впервые приехал со своей труппой. Тогда очень волновался, гораздо больше, чем сейчас, но голос сейчас чуть-чуть потерял. Но это было волнение. Почему? Потому что у меня было очень много друзей, очень много коллег, очень много каких-то таких, знаете, профессиональных встреч до этого. Но никогда я не имел возможности показать здесь свое искусство со своей труппой. Мы показывали балет «По ту сторону греха» по роману «Братья Карамазовы», и это был успех. Мне было очень радостно. И вот сейчас я благодарю Иринику и Костю за то, что мы имеем возможность приехать вновь с одним из наших, в общем-то, таких бестселлеров, Анной Карениной, которую мы показывали во многих странах мира. Мы показывали в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, во многих странах Европы, Азии. И, наконец-то, мы получили возможность показать это Ереване. Я надеюсь, что зрители Еревана, который...